Приветствую всех, дорогие друзья. Смотрите, памятная медаль бесплатно. Это реклама, которая идет по телевидению, это реклама, которая рассылается по всем почтам. Давайте посмотрим, что за медаль такая и почему бесплатно. Нажимаем подробнее, переходим. То есть здесь мы должны заполнить имя, фамилию и ваш email адрес. После этого вы пишете, да, я заказываю. Но учтите, цена медали 0, а упаковка пересылка 299 рублей. Вот такая вот бесплатная медаль. Да, медаль бесплатно. Давайте попробуем заполнить. Давайте. Сейчас я все этапы мы пройдем. Кое-что покажу. Так. Ну и введем наш адрес электронной почты. Ну вот даже видите уже выдает. Я хочу получать важную информацию. Конечно, нет. Ну, медалька за 300 рублей всего. Почему бы и нет? Да, я заказываю. Оба. Для каждого россиянина памятная медаль за 0 рублей. Итак, мы переходим к следующей вкладке. А тут уже покрытие золотом с гравировкой индивидуального номера на гурте стоит всего 830 рублей. Хорошо. Нет. Уникальный календарь победы. Тоже это стоит 160 рублей. Нет, спасибо. Дошли до самого интересного. Дальше нам предлагается Петр I, медаль из чистого серебра, 925 пробы. 995 рублей вместо 1990. Нет, спасибо. Потом вам предлагает икону за 1145 рублей вместо 2290 рублей. Нет, спасибо. Вот пока вы не пройдете всю эту, вот эту всю штуку, вам предлагают еще заказать на, по-моему, если примерно подсчитать, ну, тысячи на 4, на 5, наверное, на гурте, там еще что-то. Так что имейте в виду, ничего бесплатного в этой жизни нет. Если хотите заказать эту медальку, вопросов нет. Можно заказать. Да, пускай будет 300 рублей в честь 75-летия Великой Победы. Это классно. Но, с другой стороны, если бесплатно, значит бесплатно. Пересылка, упаковка, 300 рублей. Решать вам. На этом заканчиваю. А какое ваше мнение? Пишите свои комментарии под этим видео. Ну, интересно просто ваше мнение. Много ли раз вы наталкивались на то, что вам писали бесплатно, а потом с вас денег просили? За все в этой жизни нужно платить. Всем привет!